На станции Оржеград. Во время пандемии закрыты почти все турникеты. Сейчас приходит электричка, все идут в одну узкую дверку. Скопятся очереди. Как так можно действовать? Видите, все турникеты закрыты. Если они не рабочие, их надо убрать вообще. После прихода поезда все пойдут в одну узкую дверку. Куда смотрит областная комиссия по предотвращению эпидемии? Раз, два, три, четыре. Из шести только одна рабочая. Нужно ли мне вообще здесь? Тогда должна социальная дистанция соблюдаться.